Всем привет! Это Даня, точнее, это Даня. И вы, наверное, спросите, почему я в таком виде. А скажу я вам, что сегодня 31 октября, а завтра 1 ноября. А что это значит? Что это значит, что в эту ночь происходит Хэллоуин? Вообще, круто, да. Да, праздник, конечно, он английский, даже, может, американский, но... некоторые люди в России тоже любят его праздновать, к примеру, я и Кондратьев. Через 3 секунды я появится здесь. Раз, два, три! Здорово! Вот так вот. Мы, смотрите, какие у нас лица разукрашены, да? Но мы ходили где-то полчаса назад по нашему дому, даже бегали в другие подъезды и просили конфеты. Так, подождите. Ты что, все собираешь? Сколько мы насобирали? Может, это мало, но для нас это очень много. Вот, и сейчас у нас вообще полностью измазанные лица. Наверное, вы догадаетесь, что я был Джокером, а он был каким-нибудь Ганнибалом Лектором, такой шрам. И у нас они вот очень испортились, здесь все стерлось. Мы даже шрамы типа такие сделали с помощью воска для волос. Но все стерлось, как вы видите. Вот. И если вы тоже ходили на Хэллоуин и просили конфеты, или хотя бы просто разукрашивались, ставьте мне палец вверх. Так, но в эту ночь на Хэллоуин не только могут просить конфеты, можно еще также и гадать. К примеру, мы хотим погадать с тремя блюдцами. Или... Субук. И там, конечно, для девушек, но тоже хотим попробовать. То есть яблоко берешь, потом свечу, и свечу. И стоишь там перед этим, перед зеркалом, что-то там бормочешь. Итак, я хочу вам рассказать про один случай. Мы забежали в магазин и думали, что нам дадут конфеты. Вот как это было. Конфеты или жизнь? Вам что, взвешать? Конфеты или жизнь? И мы вообще в ночь планируем не спать, потому что это очень клево. Хэллоуин, это очень классно. И просто празднуйте Хэллоуин, даже если вы живете в России, потому что это прикольно, да? Прикольно. Жаль, у нас нет масса какого-нибудь Гая Фокса или Ганнибала Лектора, или Джейсона, или кого-нибудь еще. Потому что так бы мы ходили, реально всех пугали. Сломалась. Фу, а так классная. Ну, в общем, если вы любите Хэллоуин, ставьте нам палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте задавать свои интересные вопросы. Ссылки для задач и вопросов будут под видео. Забывайте задавать с пометкой Аск Романов. А также Happy Halloween!